Падова, воскресенье вечером. Посмотрим, эти детские не пошли на распродажу. Так, 40% вот эти вот пошли распродажа, получается 45-35 евро. Ой, а это Зара вся такая яркая висит. Моя подруга купила какое-то голубое пальто оверсайз в интернете. Говорит, еле достала, то они были, то они не были. Вот сейчас она, по-моему, или в понедельник, или когда она через интернет купила. 99 евро, что ли, голубое пальто. Говорит, его так быстро разобрали вообще. Но заходить не буду, потому что в воскресенье много народу в Заре. Зару можно посмотреть просто через интернет. Видите, какие яркие цвета в Заре? Что за юбка? Это платье, да, такое? Да, такое платье хорошо девушкам, у которых грушевидная фигура. Сверху узко, а снизу широко. Вот такие вот цвета яркие, неоновые. В 90-х годах на дискотеку рейв хаус музыка носили. Такие. Посмотрим. Видите, на земле конфетти карнавал. Мелисса так смотрела на эти конфетти. Интересно, где их продают? Тоже куплю ей. Ой, 70% в Заре мужском. Что за голубое пальто? Не, с воротником мне не нравится. Это такая испанская марка. Я никогда не заходила и ничего не покупала. Патриция Пепе закрыта. Платье космическое. Такая итальянка говорит про эти сапоги. Сапоги, как на румынке. Тоже мне. Non comment. Эти тоже открыты. Max Mara Weekend.
Ой, покажем ночную Падуа. Ночной город, ночные пиацы для новых подписчиков. Красиво ночью светится пиаца. Лимонная шапочка. Вот вам пиаца Фрутти. Вы представляете, чтобы даже на улице сидеть, выпить кофе, надо обязательно зеленую карточку. Быстро пробежимся по пиацам для новых подписчиков, зрителей. Какие у нас красивые пиацы. Но вы знаете, я вот последнее время подумываю, если бы у меня внучка и сын не жили в этом Падуа, я бы не стала уже больше здесь жить. Я бы уехала совсем в другую сторону, в соседние страны жить. В Швейцарию или, во всяком случае, рядом с Францией. Но пока Мелисса маленькая, чтобы она меня не забыла, надо быть рядом. Так, это у нас пиаца Эрбе. Вот когда выспишься, даже голос такой умиротворенный становится. Посмотрите, какие аперитивы. Так интересно, почему нету лампы? Света нету, где на улице, да? Это бары на улице. Так странно, а как же они пьют, сидят? Как они видят свои стаканы, свои рюмки. Так интересно вообще. Фонтанчик. Так, куда еще можно пойти? Чтоб ночной город показать. Да, подышу хоть перед сном еще. Да, жаль, что Джованна не дождалась и уехала в Кастелфранко. Так, это у нас слева коммуна. Много раз днем я показывала, а сейчас ночью. Вот смотрите. Видели? Которые проверяют исполнение указов. Ой, не люблю, когда сзади чемодан кружится, колеса. Колеса кружатся. Так как здесь рядом вокзал, многие пешком проезжают, уезжают. Завтра же уже рабочий день. И вот Университет Абоа, Педроки, коммуна. Ага, елки больше нет. Елку убрали. Не заметила даже. Так, побежали дальше. Побежали дальше. Ну, а здесь прохаживаются в основном молодежь, да? И огоньки всякие новогодние, рождественские убрали, я вижу. Помните, раньше здесь полным-полно было фонарей ночных веселий? Все убрали. Финито ла комедия.
А по ночам 0 градусов. Днем было 10 градусов. Но здесь попроще народ прогуливается. Так, что за студенческое все? Марки такие, что за... Вот представляете, ни разу не заходила в этот бутик. Levi's есть, да? Черка персонали. Девчонки, кто ищет работу, можете сюда устроиться на работу. Так, вот эти вот, что за розовые штаны такие? Прям под цвет моему пальто, но я не буду мое пальто с такими штанами носить, хотя так сейчас модно носить. Я люблю вот такие короткие маечки на фитнес носить. Так, что за цены у них тут? Ти-шорт 58 евро. Цены, конечно, 120 евро штаны Adidas. Все, девчонки, спокойной ночи, салютую всех. А вот Сисли как раз ночью хорошо видно. Моду Сисли. Видите? Прекрасно видно. Всем пока. Всем здоровья и добра. Подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. Всем пока.